Искусственные скалы и утесы в обычном спортзале. Во второй школе городка открылся скалодром, один из крупнейших в Беларуси. В глубинке давно работает туристический кружок, а с появлением нового спортивного объекта желающих покорить свой Эверест стало больше сразу на несколько десятков. Ширина скалодрома 12 метров, высота 6. По функционалу он входит в пятерку лучших скалодромов страны. Скальный стенд состоит из 5 маршрутов, и одновременно в парах здесь могут работать 10 человек. Привело меня то, что у меня этим занималась мама много лет, добивалась серьезных результатов. Это и физическая форма, и тренироваться надо, и, ну, и уметь надо это. 90 квадратных метров. Это скальная стенка с разными маршрутами сложности для лазания. Маршруты предназначены и для детей от 6 лет, и для физкультурников, и для уже взрослых спортсменов. Кроме скалодрома, в зале оборудовали две трассы для туристско-прикладного многоборья. Скоро появится новое вертикальное препятствие. В школе начнет работать полноценный экстрим-центр, где будут не только тренироваться спортсмены, но и платные группы любителей.